Привет, подписчики и гости этого канала, с вами по-прежнему Аракис. В этом выпуске мы поговорим о Верине, это бомбер Кобальт. там лучше его будем называть, Кобальт Тьмы. На него там Хох когда-то был, поэтому рассмотрим чисто теоретически, где его можно использовать. Если не называть его сразу кормом, либо мобом, для переделки и будущего. А поначалу ответим на вопросы, которые вы задаете в описании под видосиком. То есть вы точно так же можете задать какой-то вопрос. Я на рандоме выбираю самые интересные вопросы для меня, если они не наркоманские, и отвечаю на стриме. А вы уже там смотрите либо в записи на ютубе, либо на Твиче, там как вам удобней. Первый вопрос задает Максим. Куда, куда полезен Гаро? Гаро, Гаро, я не знаю, как правильно, и какие руны на него одевать. Это, насколько помню, ниндзя огня. Где он полезен? Смотри, изначально Гаро чаще всего используется в защите, на ГВ и на захвате. То есть это очень популярный персонаж, потому что его пассивка противная. Она его сейвит на один фатальный удар и заливает ему атак бар, что дает ему возможность походить раньше, чем у тебя походит какой-то другой монстр. Но его контрит любой персонаж, который бьет несколько раз с одного скилла. То есть мультиатачит. Любой персонаж, который бьет не один раз а несколько раз с одного скилла. То есть первая атака его пробьет его пассивку, а вторая, там третья, допустим, четвертая, пятая уже его убьет. То есть Стелла его полностью как бы контрит. Но с ним тоже можно придумать очень интересные дефы. Зайдет на ГВ, зайдет на захват в защиту и в атаку и в защиту. Зайдет и на онлайн арену иногда, но очень редко. Там тоже нужно грамотно его пикнуть. В башню может еще зайти... Да, да 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 Тебе не послышалось? башню может еще зайти против Акром. Если у твой Гару... Одет вампирик, а он должен быть одет только вампирик, плюс, неважно что, там иммунитет, немезис, а что хочешь ему одевай, там для полезности, как ты считаешь, либо блейд банально, ему нужно сделать хотя бы сотку скорости в плюсе. И тогда Гара, если ты берешь 4 монстра, которые доведут твоего пятого монстра Гара до Акром в башне, они бывают одна Акрома и 2 Хлои, а бывает наоборот 2 Акромы и 1 Зайрос. То есть, если ты Зайроса законтролишь, потому что со второго скилла он может убить твоего Гару, то есть, если ты успеваешь убить Зайроса или там его добить, домучить его, да, вот, то один, один, один твой Гара убьет, ну, наверное, ты будешь мучить минут 20 этот этаж, но твой один Гара убьет двух Акром. Да, это факт. То есть, один Гара выносит двух Акром даже на 87 этаже Харда. Даже если он будет 35-го левела, но тогда он будет это делать очень долго. Ты, наверное, час будешь бить этих окром, ты можешь поставить на ночь, он убьет их. Гарантированно, если тебе хватает скорости, сразу говорю. То есть, если он у тебя умирает на акромах, значит тебе не хватает скорости. Акромы бьют по одному разу с первого скилла и со второго скилла. Заблочить пассивку они ему никак не могут. Следовательно, они постоянно, они бьют его, не могут убить. Он заливает опять себе атакбар и опять бьет. Вторая акрома ударила, он опять себе залил атакбар, опять ходит. Но Гара для этого должен быть очень быстрым. Это понятное дело. Так что вот вам контра, Акром, если у вас есть гара. И при этом ему даже скиллы не обязательно фулить без фуловых скиллов он убивает Акром. Это факт. Но лучше себя проявить всего в ПВП. Так, следующий вопрос. Его задает Олег. Так, Олег его задает. В башне кого взять в пачку пятым? Баретта, первый. Асима, Деспаэр. Ганимед, Виллы. Ээ, Олег, сразу говорю, Виллы в игре общепринято. Это вилсет. Виллы, вилсет. Видишь, созвучно. А что такое вилсет на английском языке? Это иммунитет. Поэтому не называй э, виолентом вилами. Виолент, он и в Африке виолент, он везде виолент. А виллы – это иммунитет, то есть вилка. Я называю, допустим, сокращенно вилка. Ганимед третий, вампир огня, свифт. Нет, нормально пока виолента, я понял, кого сюда взять пятым. Во-первых, тебе вампир огня там не особо нужен. Вместо вампира ты возьми пингвина. Он будет откатывать всех твоих мобов, и в том числе Ганимеду третий скилл тоже будет откатывать. Второй не откатит, но третий тоже немножко откатит. Баретта, Асима это два хороших контроля, плюс куча дотов, так еще и раскол от Асимы. Насколько помню, на третьем скилле у нее раскол. У нее на всех скиллах расколы, поэтому она там божит. Дальше Ганимед будет сливать атакбар бар. Чего у тебя в пачке не хватает? Это персонажи, который будет агрить какого-то босса. Пингвин Ветра на 6 звезд, один еще в Виоленску. ХП, ХП точность. Вот, и пятого персонажа тебе нужно какой-то замедление массовое можешь взять банально спектру может у тебя изменить мы может у тебя не знаю посейдон валяется там какой-то то есть тебе нужно массовое замедление всякие шина уже не закатят это понятное дело и все ты этой пачкой сможешь пройти до сотого харда на самой сотке тебе уже придется поменять пачку э -э задает вопрос этот человек как купить за деньги старые костюмы на монстров насколько знаю никак то есть ты можешь купить за камни игровые, которые выбиваются там в Кайросе, на гидре они падают, на питонах падают, на онлайн-арене их можно купить раз в неделю 5 камней этих, а купить за деньги, если уже прошла акция, то никак. Я знаю, это глупо, в плане разработчиков они теряют на этом деньги. Вот честное слово. К примеру, вы не хотите донатить в игру, но вы хотите купить себе какой-то костюм. Но вы его купить не можете, потому что разрабы решили выключить эту акцию. Они обычно ее на неделю включают, вот этот набор превращения, то есть вот этих костюмчики. А потом они это выключают. Тогда эти людям возможность, пускай даже во время этой акции костюмы будут, к примеру, вот чисто мое, мое мнение, мое имхо, костюмы будут стоить 90 долларов все. А когда акция заканчивается, пускай они стоят 100 долларов все. И там на пару копеек дороже, если вы хотите по одному купить. Как пример, то есть любой человек мог бы себе чисто теоретически позволить, вот вы выбили Зайроса, да, а вот сейчас акция закончится, а камни собирать, наверное, вы считаете долго, да, 100 камней собрать. И вы хотите купить. Вы там, не знаю, собрали там 10-20 долларов или сколько стоит этот один костюм, и вы хотите его купить. А купить вы его не можете. Поэтому это, я считаю, огромнейшая, огромнейшая площность от кумтуасов. Эти костюмы ни на что не влияют, да, там ты от этого не станешь круче, просто внешний вид. А внешку, так пускай продается круглосуточно эта внешка. Ну, в общем, это тема комтуасов с ними. Мы перешли к гайду на Верина, он же Кобальт Тьмы, где его используют, что он умеет делать и во что его чисто теоретически можно одеть. Изначально скажу так, что персонажа почти никто и нигде не использует. Но рассмотреть его скиллы, и там теорию космос помечтать можно, да, где его можно использовать. А так, по факту, честно, его никто нигде не юзает в здравом уме. Первый скилл, как и у всех, это петарда. Вы просто атакуете любую цель и бьете ее три раза. Вот, допустим, Верин может смело с первого скилла убить Отгара, которого мы обсуждали пять минут назад. То есть вы атакуете с этого скилла, и при этом, если на цели есть какой-то дебаф, хотя бы один, за каждый дебаф вы увеличиваете на 15% урон. То есть если 10 дебафов на, будет на цели, то есть в башне, к примеру, да, или там где-то на водяном данже, если вы дотами обкидаете, то вы с первого скилла будете достаточно больно бить. Но не по 500 тысяч, не по 50 даже тысяч, просто дамаг будет приятный, очень таки приятный. Дальше, второй скилл, залп петард, вы три раза атакуете всех мобов, и бомбы, каждый раз 20... с маленьким шансом, переведем его так, вы закидываете доты. Откат навыка, залп петард ускоряется на один ход при продолжительном уроне. То есть вы еще можете откатить этот скилл. Залп, петард, о божечки. Так вот. То есть вы атакуете всех мобов и можете накидать на них доты. Ну, чаще всего вы это уверенно будете встречать. Я не помню, с кем стоит этот босс, то ли с то ли с кем. В общем, этот верен стоит, и там они вас могут задебафать, собственно. Там накидать на вас могут дотов. Короче, неприятный персонаж, но в башне. В ПВП, в защите его где-то вы вряд ли встретите. Разве что вы новичок, и какой-то такой же новичок раскачал этого моба. То есть, не особо полезная. Да, он закидывает доты. Но вы понимаете, что шанс заки... того, что закинет дот, очень крайне мал. Прям крайне мал шанс. Абсолютно, ну, уничтожен. Но бьет три раза. То есть, мультиатака по всем, как бы, типа, прикольно. Но, опять же, где это поможет? Ну, может быть, в башне. Может быть, на некроманте. Может быть, но еще, взирая на третий скилл, на некроманте вряд ли будете его юзать. Третий скилл. Атакует всех врагов бомбы, нейтрализует магию на два хода, блокирующие использование всех навыков с откатом, кроме пассивных. Башни. Кто-то скажет в башне, ну смотри, у него же типа две массовки, можно одеть в Деспайр. Но, ну, ребят, ну, верено, верен. Чтобы он работал, ему нужно расточить второй, третий скилл, а еще и желательно первый. Откаты опустить, дамагу повысить. Потому что без скиллов вы можете взять любого персонажа, такого же, да, наподобие, у которого есть две массовки, точно так же его одеть деспайер и юзать в башне. Того же Тайрона можно взять, и то от Тайрона будет больше пользы. Потому что там как бы свой стан на третьем скилле, заморозка, неважно в принципе. И еще и со второго скилла вы сможете массово в Деспайре застанить. Даже Тайрон будет в башне полезней. В большинстве, конечно, ситуациях. Так что верен, возможно, где-то когда-то в PvP вы его пристроите, но... Я, допустим, еще не настолько обнюхался кокаином, чтобы качать это уверенно, даже ради игрушки какой-то. Так что не вижу в этом смысла. Во что его одевать? Я бы его одевал в любом случае в Despair, если вы хотите. Despair, скорость хп-хп, вряд ли я бы его одевал бы в ДД. Одевать его атака кри дамага атака, но дамаги вы с него жестко не дождетесь, и при этом в ответ он удар держать не будет. Конечно, можно его разбавить, допустим, одеть скорость, как пример кри дамага ХП и атаку собрать допами, либо что-то такое. Но, опять же, это наркоманские истории, здесь уже решайте сами, во что его одевать, если вы захотите его юзать. Поэтому мое мнение, что качать его, ну, если вы еще тот извращенец, либо вы именно вот вы видите, куда он вам зайдет идеально. Вот прям шедеврально закатит, и без него вы не сможете где-то что-то выиграть, либо что-то пройти, имеется в виду типа башни. Так что вот только для этих целей разве что качать. Но не новичку. Если он вам новичку упал на склад, и пускай себе валяется очень долгое время, скармливать его ни в коем случае нельзя. Вдруг его завтра в 10 раз лучше сделают, да? И вы его взяли, раскачали, и он вам круто зайдет. Поэтому вот так. На этом я буду заканчивать. Огромнейшее спасибо тем, кто смотрит это видео. Приходите на мои стримы, онлайн стримлю каждый день, теперь с 18.00 по Москве. Время немного поменялось, ну, то есть на час дольше буду просто стримить и на час раньше, собственно, начинать. Так что всем удачи, хорошего вам дропа, делайте квесты, ссылка есть в описании, все, кто делает квест, получают от меня деньги. За каждые 18 долларов с квеста вы получаете 8 на Киви, на Яндекс или куда скажете, я вам переведу. Если у вас что-то непонятно по квесту, напишите мне ВКонтакте, я вас добавлю в диалог. Всем до встречи онлайн на стриме, пока-пока.